Крыму продолжает действовать временный запрет на вылов рыбы. Распространяется он на 6 прибрежных территорий на расстоянии 100 метров от берега. 3 запретные для рыбаков зоны находятся в Феодосийской акватории. От центрального городского причала до причала перед мысом Чумка. От причала заповедника Карадаг до мыса Толстый и в селе Приветном. От мыса Меганом до мыса Пещерный около Нового Света. Еще 3 территории, где рыбалка запрещена, находятся у берегов Ялты. Это акватория порта лагеря Артек, Ялтинская набережная и территория от акватории Морпорта до устья реки Водопадная. Запрет действует с 1 ноября и продолжится до 28 февраля. Именно в этот период рыба обычно приходит в установленные места на кормежку перед зимой. Специалисты называют этот процесс нагульной миграцией рыбы. Тревожить животных в это время запрещено не только промышленным рыбакам, но и любителям, которые используют только удочку. Браконьеров привлекают к административной ответственности с наложением штрафа. Его размер зависит от массы выловленной рыбы.